Снова находимся в Neofly. У нас пятая серия. Сейчас мы с вами полетим в Германии. Значит, полетим мы на самолете Diamond 40. Мы успешненько продали и купили Vanansu G36 шестиместную. На ней мы тоже полетим, но не сегодня. У нас остался трехместный еще Just Flight Piper 28 Turbo Arrow 3, который у меня есть. И мы на нем полетим в Германии. Полчасика полет. Заправленный полностью. Так, задание. Вот задачу мы выбрали, значит, давайте посмотрим. EDFM. Это мы летим в Мангейм и вылетаем с Битбрук. Все правильно. Будем, начиная от запуска, по чек-листам запускаться. Сегодня у нас все довольно нормально должно быть. Поэтому берем эту миссию. Куда она делась? Какой-то не тот Neofly запущен. Вот этот Neofly. Fly. Самолет у нас выбран. Перемещаемся в этот Битбург. Нажимаем полетели. Так, даем немножко сюда. Микстура полностью, RPM полностью. Это наш. Нет. Куда так погнал? Правильно, полегче. Так, давайте с диспетчером свяжемся. А, подождите, с диспетчером свяжемся. Давайте подключимся к игре. Переименовать ничего не будем. 782. Карго. Загрузка. Так, ладно, давайте мы положим на заднее сиденье по 100, на переднее 100, а здесь 482. Есть, и по топливу 35% нам хватит. Так, груз мы раскидали, все вроде раскидали. Подсветочка приборов есть. Частоту нам нужно установить. Так, где здесь флайт-план наш? У нас по дороге будет аэродром Франкфурт EDFH. ETAT. EDFH и ETAT. Сейчас быстренько настроим ED. FH. Все четненько. Проверяем. Да, все четко. Значит, мы сначала летим на с курсом 66. Пока не долетим до аэродрома, не увидим его, а от него 376 частоту настроим вот здесь, вот я так понимаю. Ноль 376. Отлично, есть. АДФ где у нас? Где-то есть. Все, как нам теперь взять груз?
Карго 782. Так, ну я же сейчас в аэропорту. В чем проблема? ЕДРБ, правильно? ЕДРБ же я нахожусь. ЕДРБ. Ладно, может мы не заметили, как нас загрузили? Непонятно. Ну ладно, давайте будем выполнять полет. Все готово. Диспетчер и запросим рубление. Так, диспетчер. ВД. Получается, мне нужно на восток. Так, маршрут мне дали, подтверждаем. Так, огоньки где у меня включаются здесь? Taxi lights где? Pitot hit. Ладно, поехали. А, мы же время не поставили. Давайте время нормальное поставим, потому что ночью-то не так все красиво будет. Все, рулим. Это мне? Придется объехать на машину. Полиция, полиция, смотрите. Ну давай, давай, кто быстрее? Ага, до свидос. Так, у меня есть сомнение, что мы не взяли миссию. Ладно. Это не самое важное. Панель УВД закрываем. Как эти подсказки отключить? Я на минимуме еду, какая превышена. Это что за прикол? О, звук очень приятный от этого самолета. А я не могу здесь просто повернуть, не обязательно туда поворачивать. Ладно, как скажете. Я вижу автопилот здесь есть, можно хединг. Как убрать эти подсказки дебильные? Прям мощность чувствуется у этого самолета, прямо вот он газует.
3048. Тридцать сорок восемь, понятно. Так, полоса 24. Так, взлет, набираем. Так, хединг накручиваем, куда нам лететь. Так. Примерно туда. Слышал, слышал. Так, и это немножко нам нужно подвернуть сначала вот сюда вот. Шпарит как положено в наушниках. Так, я думаю, 3000 нам хватит. Так, почти 3000. Juliet, Charlie Bravo is type 3 miles east of Echo Delta Romeo Bravo 2000.
Код ответчика подставили. Так, удерживаем 3000. И, к сожалению, мы не видим аэродром. Может, сейчас увидим. Да, вот он. Самолет, конечно, очень красиво сделан. Так, 3000 мы выдерживаем отлично. Подходим. И сейчас полетим прямо вот туда, куда стрелочка показывает. Классно, тут все так потерто. Давайте попробуем частоту ETADA настроить. Что это за устройство, посмотрим. Как здесь? Где частота? 109,5. Так, ладно, выходим. Примерно вот так вот ставим курс. 3000 немножко дадим газку, чтобы повыше лететь. Так. Ага, вот и WordMV настроился по ходу. Так, 3000 нужно набрать все-таки. Красота какая. Давайте посмотрим, какая у нас заход. Может, по WordMV есть какой-нибудь.
Это где мы смотрим? На полосу 27 есть. DME required. Отлично. Значит, будем эту схему выполнять. Полетим мы. Удаление 12 миль от МНД. 113,55. Так, мы тем временем набрали уже слишком много. А нам 5000, давайте 5000 набирать. Так, проверим. Ну, пока не работает. Красота. А радиал примерно 119. 119 это как 120. Можем нажать CDI. Они так не работают. Ладно, продолжаем. Да, режим хединг ставим примерно на 120. И 5000 удерживаем.
Короче, Ринекс выбираем. Так, подходим к 5000. Так, четко, 5000 идем, Ринекс. Красота. Как детальки проржавевшие прорисовали, интересно. Красота. Лампочка крутится, типа. Так, мы тем временем высоковато пошли. Так, частота ИЛС 108,55. Вот он поймался на NAV2.
Что если мы вот так вот сделаем? Опа. А здесь уже интереснее будет. Так удобнее на нав. 1 смотреть, а здесь мы будем сюда смотреть. Где-то вот там вот аэродром уже должен быть. Чек-листа нету. Удаление пишет. А ДМЕ вот он стоит. Мы будем вот так вот заходить. Оп. Скорости 120, десент 140 можно, 120, 70. Двести девяносто два. Опа. После Linux пойдем точно на эту стрелочку. Так, разворот начнем на... Так, ладно, да разберемся. Так, я нажал Activate Approach, смотрим. Что здесь поменяется? Высота примерно 5, все нормально.
После Ринекс 0,81 курс. Есть. Вот так вот. Туда, куда стрелочка показывает. Есть. Тем временем мы начали почему-то снижаться, нам не надо еще снижаться. Видим, стрелочка поворачивается, значит, курс 0,50 нужно ставить. И смотрим за удалением 12,2. Нам надо удаление 12,5 тысяч. Сто двенадцать и два. Можем здесь поставить, кстати, 112,2. Радиал 160. Нам нужно на радиале 147 начать разворот налево. На удалении каком не пишет? Пишет просто 147. И вот здесь вот мы видим 157, 156.
153. На курс какой? 272. И вот на каких удалениях мы должны быть на расстоянии от вот этого Mannheim DMD. 5400, 4600, 3800 и так дальше. Сто пятьдесят нам на 147 нужно. Сто сорок девятый. Сто сорок восьмой. И давай 147. Есть на курс 272. Ну, здесь ставим уже курсовой. Ну, 272 это давайте курс 300. Куда так снижаешься? Удаление 14,5. Так, давай 5000 наберешь все-таки как-то. Ух ты, а тут снежок лежит. Прикольно. Так, по бакам что у нас? Ну, примерно поровну. Так, удаление 13,4. Нам нужно удаление быть на 5000 на 12 милях. Так, 12,3. Так, нужно запустить две приложухи. Есть. Попозже запустим ее. Продолжаем. Так, 12 миль.
Доворачиваем на посадочный курс 272. И вот видим стрелочку, мы должны быть посередине этой стрелочки. Куда ты снижаешься? Так, дальше следим здесь и здесь. Удаление 9 3 800. Так, мы отстаем. Удаление 9 4 200. Отстаем. Следующее 7 3 тысячи. И нужно правее немножко. Смотрим 7, у нас 3 500. Опять отстаем. Удаление 6 2 600. Пора выпускать уже закрылки всякие. Так. Так, слишком быстро. Удаление 5 2 200. Ой, наконец-то догнали. Тихо. Тихо.
Удаление 3500. Так, ну вон полосу я вижу. Что? Что еще раз, Лен? Сейчас я схожу в магаз, что-то принесу. А я включил приложение. Ну что происходит? Понятно. Так, приложение Edis почему-то не сработало. Как записала посадку, сейчас посмотрим. Смотрим повтор. Смачно перелетели и промазали. Но, по-моему, довольно мягко все равно. Ну, хорошо работает приложение все-таки. Записывает. Но почему не показала касание? Ладно, сойдет, короче. Как здесь выйти из этой программы? Заканчиваем.